Настя. Чё влезла? Смотрит в камеру, прикольно. Весь Дюссельдорф перед нами. Какая краса. Смотри по сторонам, посмотри. Вот. Что ж мы так быстро поднимаемся? Куда? Может, Вот, вот, вот.
Настя очень боится, я еле уговорила. Парикмахерская называется 125 км в час, 65 метров высоты и аттракцион. Просто супер. Ну и погода. Погода сейчас супер. У меня просто аттракционы такие волосы. И аттракцион, да, вообще дебилые волосы у нас все были. Было страшно, но интересно. Да. Мы ставим, покажем. У меня было очень. Ставим? Да, конечно, да. Я покажу. Да, ну что, на чем мы катались, может, увидеть? Нам ехать еще потом. Вы бы знали, как мы сейчас добирались. Сколько? Третья пересадка. Чисто из-за того, что все в Дюссельдорф прут, по-другому не скажу. Реально очень много людей, типа мы не знаем, что с этим делать. Шли пешком по мосту. Казалось, что долго, но быстро дошли, да? Да, быстро дошли. Где-то километра, как уже сказали. Людей упало. Так, все покажу. Да. Мы на колесе обозрения, кстати, колесо обозрения понравилось. Шесть кругов мы катались. Да, вот это выгодно, кстати говоря, цена. За это евро, вот да. По времени много. Смотришь себе, сидишь, рассматриваешь спокойный аттракцион. Быстро очень поднимает, очень да. Быстро. Нам понравилось очень сильно. Ну, мы довольны, погода, конечно, немножко испортилась, но сейчас доберемся домой, пойдем дома в магазин. Дома расскажем. Да. Это был мучительный день, мы еле выдержали, мои родители герои. Зашли в Макдональдс, то как сегодня выходной день, все магазины закрыты, ничего не успели. Ой, как-то так. Попробуем, вот. Бургеры у нас с курицей, папа с говядиной. Будем пробовать картошечку. Яблочная. Яблочная, да. Включимся.